Родина! Свобода! Путин! Родина! Свобода! Путин! Путин попал, так сказать, извините за эту рискованную метафору, он нащупал эту эрогенную зону. На востоке Украины происходят боевые действия. Вы хотите, чтобы центральные власти Украины всех там уничтожили? И граждане России понимают, что их завтра будут просто вешать на столбах, как на Украине. Креатура Америки готовят там, вербуют там, это как команда Порошенко. Что она сделала, Украина? Разграблена и разгромлена. Вот это и хотелось у нас. Обама помогает ему. Обама, Америка помогает. Америка помогает убивать людей на Украине. Vice News traveled 3,000 miles from Moscow to Irkutsk, an industrial city in the heart of Siberia. We wanted to catch up with one of Russia's most controversial and outspoken musicians who is scheduled to perform a show. Noise MC is famous for music that rebels against the establishment and criticizes the Kremlin. He's been jailed for rapping against police brutality. Musicians like him are becoming increasingly rare in Russia. Почему вы думаете, власть боится в Noise MC? Почему боятся? Именно чего боится? Правды боится. Правды, потому что он имеет влияние, потому что его слушает молодежь, и поэтому... Нам нравится его музыка, его отношение к музыке, его текста. Мы его слушаем не из-за того, будет он поддерживать Украину или США, нам не важно. We caught up with Noise and the band as they warmed up. Despite the smiles, there was tension. Several shows on the tour had already been cancelled. Дело в том, что этим летом нас пригласили выступать на фестиваль во Львове. Львов находится в западной части Украины. Мне протянули украинское знамя, ну и я в знак дружбы между нашими народами взял этот флаг. Вот, и, показывая эти движения, повязал у себя на талию. Выступление прошло великолепно, мы вернулись в Россию. Через несколько дней мы увидели сначала на портале Дни.ру статью с заголовком «Noise MC предал Россию». Потом и другие средства массовой информации присоединились к этому месседжу. Pro-Kremlin channel NTV led the charge, broadcasting a documentary called «17 Friends of the Junta», which smeared Noise and other Russian cultural figures as traitors. Еще один российский исполнитель, внезапно полюбивший новую киевскую власть, рэпер Noise MC, что их кумир, всегда выступавший противником системы, заигрывает с новой киевской властью. И получили вот этот ушат помоев, который до сих пор стекает. И непонятно, закончится ли он вообще в ближайшее время. Minutes before Noise was due to perform, he got a call informing him that the gig was cancelled. Apparently, the promoter and the venue got threats from the Federal Security Bureau. И в результате мы имеем отмену концертов, обвинения в экстремизме, и ФСБ, ОБЭП и все прочие структуры, которые сейчас нами занимаются таким образом. Doors are locked. The concert for Noise MC in Irkutsk is not going to be happening. We did everything that we could in order to avoid this, but we weren't successful in our efforts. In today's Russia, if you have a political message, a musical message that's not necessarily in line with the authorities, or if you do something as simple as perform in Ukraine, that's enough to block your creative efforts. А как вы реагируете на то, что если, например, музыкант или, не знаю, художник или вообще нормальный российский человек, если ты не соглашаешься с властью, ты можешь превратиться в враг народа? Как вы? Это неправильно. Это свобода, нет. Это демократия. У нас принята свобода слова. Мне интересно, почему такие группы, как там АК-47, ГУФ, они поют «Мы курим траву», все, всякую, да, чушь, там «Мы давайте обкуримся», и все концерты посещают, никакие не запретов, да, ничего. Потому что лишь бы они политику не лезут, да. А политика-то важней, вот
нам пузатым депутатам. Именно поэтому, чем народ обычно. Лично мы всем людям, которые здесь собрались, неважно, какие там политические проблемы, мы собрались послушать музыку. Мы любим этого исполнителя, мы любим всю его группу. Noise MC isn't calling for the downfall of the Russian government. He's just a musician who expresses things are wrong in society, which is what music is supposed to be about. And yet the political consequences are that these kids can't get in and see someone perform. So the politics has infiltrated popular culture here. In a political climate where it's harder for young people to hear voices critical of the government, like the music of Noise MC, there are state-funded projects filling the void. Здравствуйте, меня зовут Ступин Алексей. Я участник Иркутского регионального отделения молодежного проекта «Сеть». Буквы — это основа языка, а любовь к родине — это основа патриотизма. И первому и второму люди должны учиться с детства. The Kremlin-backed youth group known as The Network has been promoting a different kind of popular culture, one that's centered around patriotism, grooming recruits to be the next generation of leaders loyal to President Putin. We headed to Moscow to meet them. Вот наша часть, собственно, вот отсюда начинается. So what is this? This is the network manifesto. Это политический манифест движения проекта «Сеть». Каждый из участников знакомится с ним, он так или иначе согласен с принципами, которые в нем содержатся. И мы считаем, что для многих из молодых людей таким образом отцовского начала, образом отцовского поведения стал именно Владимир Путин, с которого они берут пример и поступают иногда в жизненных ситуациях так, как сделал бы он. И в этом смысле мне кажется, что Россия за последние годы создала только одного человека, который абсолютно известен в мире. Понятно, если выступает Путин, понятно, на каких основаниях он говорит. За ним его избиратели, за ним его дела, за ним решения. К сожалению, таких абсолютно известных, еще раз повторю, абсолютно известных и абсолютно авторитетных людей в мире музыки, кинематографа, изобразительного искусства, поэзии у нас нет. So you guys try to influence young Russians through culture and art and media. What values do you believe young Russians should have today? Конечно, мы очень хотим и пропагандируем консервативные ценности. В этих уставных документах говорим, что мы против однополых браков. Мы говорим о том, что для нас важна семья. Для нас, конечно, важен Путин и как человек, и не как человек. Inspired by Putin, it was clear that enemies of the president were also enemies of the network. What's this for? Это Pussy Riot. Uh-huh. What do you use it for? Это Навальный, по-моему. Навальный. Okay. Это Саакашвили. Это Удальцов. Это кто-то из эстонских политиков. Это либо министр обороны, либо министр иностранных дел, я не помню. So it's foreign politicians and opposition figures in Russia, basically. Ну, в общем, да. Ну, это такая шутка. It's a joke. Yeah. We were invited to sit in on one of the network's regular sessions, designed to test the patriotism of its members. Вот есть отличный продукт, вот толстовка у меня отличная, с Гомером Симпсоном. Почему? В чем проблема? Вот если бы на ней был Гагарин нарисован, чем бы она лучше была, на твой взгляд? Патриотичнее. Вот это все для чего нужно, чтобы как-то поднять статус, я считаю, нашего государства, статус нашего народа. The network is just one small part of the Kremlin's propaganda machine. Millions more Russians are exposed to pro-government, anti-Western messages on state-controlled television every single day. Наш президент страну поднял. Та-та-та-та-та-та. Россию Путин не предал. В Украине происходят боевые действия. Вы хотите, чтобы на центральной власти Украины всех там уничтожили? Мы не хотим. Кто попадает под удар, исламисты или мирные люди, Обаму не интересует. Он отдает честь военным, не выпуская из руки стаканчик с кофе. Many Russian officials believe the country is under constant attack by the West, and they see state-controlled television as the first line of defense. We went to meet with Mikhail Dikhtyarov, one of the most active pro-Kremlin lawmakers in Russia. Я как человек, который отвечает за пропаганду в ЛДПР, то есть последний оплот демократии — это, вообще говоря, российские СМИ. Это мое мнение. Я, может быть, до событий в Новороссии считал даже несколько иначе. Но откровенная ложь
CNN, BBC, CNBC, Fox News, не говоря уже о каких-то украинских каналах, она меня навела на мысль, что западные СМИ являются оружием пропаганды, что якобы нет никаких данных о том, как упал Боинг 37 малазийских авиалиний. Поэтому это преступление, вообще говоря, века, я бы сказал. Оно будет раскрыто, и Порошенко, и генералы украинские, и в том числе западные политики, будут повешены, так же, как Саддам Хусейн. Мы говорим честно, государству нужно защищаться от потоков лжи, которые идут с Запада, от пятой колонны, от шестой колонны. Российское государство имеет право объединить все активы медийные, и Министерство пропаганды должно заниматься тем, что формировать повестку. Реально. Так и должно быть. On the streets of Moscow, paranoia and patriotism have morphed into a nationalist hysteria. Russians are increasingly rallying behind the government, with many convinced the Maidan revolution was a Western orchestrated coup and that Russia is the next target. Ну, это данное мероприятие, оно, скажем так, во многом против вмешательства США в наши дела. Вот, чтобы в России не сделали Майдан. Российская, и даже к нам присоединяется 7 стран и зарубежных, всемирная акция, она называется «Антимайдан». Наша задача организовать общее, как, поскольку международная акция, общемировую борьбу во главе с Путиным против американской империи. Мы видим, на Украине они ведут захватническую фашистскую войну. Действительно, сегодня патриотические, мы даже говорим, национально ориентированные настроения, они усиливаются. Но это обычная история. На нас напали. Настроим их так, чтобы они воевали против России. То есть хотят уничтожить нас своими же руками. Нет, не выйдет этому. Мы люди умные. Мы люди умные и должны понять это. То есть в России сказано, причем публично, ну, например, представитель прессы Англии Кэмерон, мы уничтожим российскую экономику. Я его цитирую. Сказано, что они хотят нас уничтожить. И граждане России понимают, что их завтра будут просто вешать на столбах, как на Украине. И реакция любой семьи, любого общества, любого государства, подъем национально-освободительного движения и настроения для цели защиты иностранного, против иностранного интервента. Простите нас, фронтовики, что память предали сыновью, и вся страна харкает кровью. Родина! Свобода! Путин! Родина! Свобода! Путин! Родина! Свобода! Путин! Мы победим! The nationalist fervor and anti-Western paranoia on display here is all too similar to the propaganda pumped every single day across Russian airwaves. Вашингтон всеми силами способствовал украинскому перевороту, а сейчас приступил к подготовке русского Майдана. И непонятно, какая из них первична, ложь Киева о русских войсках на Украине или все же США вкладывают этот лживый тезис в уста Порошенко. Лидеры группировки «Правый сектор» заявили, что следующая их цель – создание украинского «Талибана». Вы не ослышались. И война с Россией. With almost every television news channel controlled by the Kremlin, President Putin has been able to use the events in Crimea and Ukraine to rally Russians behind him. Обратите внимание на рост рейтинга президента с начала года. Такой результат не просто личная популярность. Это поддержка курса, способа, каким он проводится, я бы добавил, вежливости как стиля. Прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов федерации. Республики Крым и города Севастополь. Действительно, Путин попал, так сказать, извините за эту рискованную метафору, он нащупал эту эрогенную зону, так сказать, у населения. Просто он, который 2 года назад был хромой уткой, тут, значит, возвращение величия России, Крым наш. Но Крым — это священное. Это какое, что изменило? Все поняли, что Россия — великая держава. Это самое главное. Все. И мы видим действительно всплеск искренний
так сказать, симпатии к Путину, который вот это вот коллективное, бессознательное, как говорится, он воплотил. И, конечно, в качестве, так сказать, вот, выхлопа народного, конечно, гнев будет направлен на инородцев, ну, на Запад, само собой, на внутренних народцев, на пятую колонну, на либералов. Враги найдутся. По этому поводу у нас большой опыт. Just like in the days of the Soviet Union, nearly all radio and TV outlets now toe the Kremlin line. But even as the government expands its monopoly over the media, there was one channel still fighting against the tide of propaganda. We're heading into TV Rain, which is pretty much the only independent television channel in Russia whose political coverage isn't guided by loyalty to the Kremlin. TV Rain was actually taken off the air in some parts of the country after inviting a public discussion about military decisions made back in World War II. It still broadcasts online, but it goes to show that in today's Russia, it's getting increasingly difficult to question authorities or to publish inconvenient truths. Когда большинство федеральных каналов сделали сюжеты о том, что на телеканале «Дождь» работают фашисты, которые поддерживают Гитлера, и под этим предлогом большая часть кабельных операторов и спутниковых операторов нас отключила. При этом сами люди в приватных разговорах говорили нам, что они очень не хотят этого делать, они это делают не потому, что это их воля, а потому что от них этого требуют люди, которые им позвонили по телефону из администрации президента. Одновременно случилась такая пропагандистская кампания против нас. Операторы кабельного телевидения сегодня выступили с критикой в адрес канала «Дождь» и даже рассматривают возможность прекращения его вещания через свои сети. Но я в чистом виде рассматриваю «Дождь» как часть системы пятой колонны на территории Российской Федерации, перед которым стоит задача прикрыть интервенцию, в данном случае, иностранного государства США с Германией на Украину, а потом и в Россию. То есть перед «Дождем» стоит задача подготовить окончательную ликвидацию русских людей. Хочу предупредить. Когда человек в телевизоре демонстрирует, как он ненавидит врагов, и то, что враги есть, и с ними надо бороться, их нужно уничтожать и убивать, это, в общем, вот эта эмоция, эта страсть, она очень заразительна. Она, конечно, убеждает зрителя. Они вчера готовы были, понимаете, сдать Петербург, а сегодня готовы отдать Россию, готовы отдать Украину. Сейчас более опасная ситуация, потому что сейчас я знаю, что есть люди, которые правда верят в то, что мы фашисты, предатели и ненавидим Россию. Since filming this interview, TV Rain was kicked out of its studios and forced to broadcast from a small Moscow apartment. With this latest narrowing of the media landscape, opposing points of view have been all but silenced. In late February, opposition leader Boris Nemtsov was killed in the shadows of the Kremlin. With his murder still unsolved, there's growing fear that Russia's increasing intolerance of dissenting views could turn lethal. We wanted to meet with the journalists of Novaya Gazeta, who know better than anyone the dangers of telling the truth in Putin's Russia. It's one of the country's last independent investigative newspapers, and six of its reporters have been murdered since 2001. We caught up with Roman Annan at the paper's Moscow office. We have six reporters here in our section, and we had plenty of examples when, relying on our stories, law enforcement in different countries in the world started their criminal cases. If you look into examples when reporters were killed, then you would notice that some of the reporters are killed just they don't investigate any particular cases. They were killed just because they were critical to the authorities. I would say that 2 years ago it was much more calm. And the danger was not so big. Today it's more dangerous because of Ukraine. Some of my sources told me that you should be careful investigating this case. They press the independent media more and more.
and the impact of our stories is becoming less and less. By tightening control over the media, crushing the opposition, and whipping up patriotic hysteria, the Kremlin has been able to further consolidate its grip on power. But the question is, at what cost? In turning facts into fiction and fiction into facts, President Putin has divided society and distorted reality. He may have won over Russian hearts and minds for now, but he's unleashed an atmosphere that breeds fear, paranoia, and hatred, turning Russians against imagined enemies, both at home and abroad. Порошенко залил Украину кровью! Порошенко в крови! Украина в крови! Украина в крови! А баба помогает ему! А баба Америка помогает!